Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях 30 кубов, но с не совсем стандартными осями. Здесь оси SAF 11 тонн. Это именно для любителей усилить, скажем так, полуприцеп, возить побольше. Соответственно, на данной модификации стоит резина Goodyear K-Max. А сами оси, 11-тонные оси SAF выглядят следующим образом. То есть, ну, достаточно мощная полурессора двойная, вот она. Мощная балка. Соответственно, здесь опора вот таким образом крепится полурессора к пневмобаллону баллону на площадке такой массивной. Оси очень крепкие, надежные, хорошо держат перегрузы. Соответственно, как решение для тех, кто любит возить побольше, скажем так. Здесь у нас крепится лебедка, запасное колесо, башмаки, инструментальный ящик, подъемная ось первая.